Уличные торгаши вновь оккупировали тротуары у центрального рынка. Выдворить их с проходного и прибыльного места не так-то просто. Здравствуйте. Администрация города Курорта Анапа. Будьте добры, ваши документы. У меня нет ничего. А тогда на основании чего вы осуществляете торговлю? Ну, а кто знает? Есть еще одна санитарная книжка. И где бумаги, которые дали? Будьте добры, я посмотрю. Рейдовые мероприятия идут каждый день. На нарушителя выписывают протокол за протоколом. Не налоги, так штрафы пойдут в бюджет. Но платить такие коммерсанты не хотят. При виде проверки бросают торговую точку. Вывозом таких прицепов должны озаботиться сотрудники ГИБДД. Стоит транспортное средство. Где транспортное средство? Вот оно стоит, прицеп. Оно закрыто, оно без документов, оно ничье получается. И оно мешает, оно создает помеху в увидеть покоя. Сейчас уберем, сейчас проверим. Можно сейчас его убрать, да? Сейчас посмотрим, да. Чем ближе к вокзалу, тем больше теснятся пешеходы. Им навязчиво предлагают услуги низкопробного качества. Продавцы не имеют ни санитарных книжек, ни возможности соблюсти элементарные правила личной гигиены. Добрые ваши документы. У меня документов нету. А в той точке стоит это, хозяин, я не знаю. Даже ну, зовите хозяина сюда. Нету, а как вы там документы внешне? Закрываемся. Пройти бы здесь не одним сотрудником администрации, а единым фронтом вместе с полицией и Роспотребнадзором. На тротуарах стало бы свободнее, а желающих заработать быстрых денег в разы меньше.